Хеллоу, каврони. Продовжуємо валити Far Cry. Так, ми вже на новому острові. І будемо тут наводити трішки шороху. Так, ну треба сюди попасти, так розумію, да? Якусь найближчу точку. Найближча точка 500 метрів. Нам треба якесь корито. Нічого не видно. Давайте туди. Своє корито викупити, можливо. Можливо. Нужен транспорт. Наш транспорт уже в путі. Як каже Дідтоля, не прийде пальник в путі. Постарайся не разбить. Что за... Спасибо. А что у них с руками, чему они желание? Так, надо? Ні, все нормально. Диво, диво, чудо, чудно. Мне стоит заглянуть в баригу? О, Си! Когда я приезжал туда в последний раз, народ был приятный. И когда это было? В 96-м. Элеста мой дом, но это же не значит, что я обхожу его каждый день. Gracias. Да, надо. Чтобы тебя не пришибло обломками, когда я его собью. Mm-hmm.
Ладно, погнали! Тебя припасы. Палапинга! Эль Тигре! Кулак Революсьон! Кулак Революсьон. Так, нам эту штучку треба знести. Засада. Вряд ли портовая к нам присоединится. Херово. Говори о канал. Эти лекарства. Надеюсь, ты умеешь делать фото. И чтобы... Как там у вас? Без... Странно, что Сальдадос еще не... А ведь я равнялась на этих... Я сообщу Елене, что ты в пути. Я в пути, каже дед Тубик. Так, куди ми несемся? Нам треба цю зеніточку вальнути по-любому. Повстанцам нужна помощь. Нажмем на крыло.
Здесь следят за воздушным пространством. Лучше не взлетать. Внимание, неопознанный пилот. Вы в бесполетной зоне. Сейчас же садитесь. Шикарно. Спасибо, учту. Конь, у меня тут вертолет. Позвони, когда доберешься. Полеты здесь запрещены. Пилот, идентифицируйте себя. Черт возьми. Сейчас забуду. Ханрон, я в Концепсьоне. Где искать Ла Мораль? Я скину фотку. Секретную. Что же там такое? Она поможет тебе найти вход. Не забудь пароль. И помни про комендантский час. Так. Осторожно, Дани. Ugh!
нравится твой крокодил. Крокодил ему не нравится. Валим отсюда! Так, надо телефон достать, кто знает. На страничке. Muerto el perro, se acabó la rabia. Добро пожаловать в Элегухеро. Без фокуса, а то отрежу. Гуапо! Нужно 6 добровольцев. Я поговорю со своими. Люди Большого Хорхе и Анны уже на корабле. Ты Елена? Мьерта. Если хочешь добраться до корабля, на ферме Карбонелл есть один человек. Отвезет на вертолет. Просто скажи, что ты из Лава. Наверху тебе объяснят, как добраться. Поторопись. Не знаю, сколько. Да. Серьезно? Либертад? Да ладно. Ты выручишь наших, да? Собираюсь. У меня есть знакомый фермер с вертолетом. Он отвезет тебя к кораблю. Давай за мной.
Хорошая лошадка. Либертат? Ага. Я думаю, нам стоит объединить усилия. Да? Мы сражаемся и побеждаем. Но у адмирала Бенитес всегда будет больше ресурсов, чем у нас. Сегодня убиваем одного Сальдадо. Завтра присылают еще троих. А когда погибают люди из Ла-Мораль, их заменить неким? Надья. Да и фермеры, и другие простые люди не хотят драться, им бы просто выжить. Нам нужна свежая кровь, бойцы. А если попросить о помощи легенд? Пробовали. Хотя Буэлос тоже не хотят драки. Слышал, некоторые вообще закостили. Неправда. Ну, пока я не видел, чтобы Абуэлос сражались. Я работаю над этим. А откуда у этих фермеров вертолет? Собрали из обломков сбитых вертушек. Бинго. Эти фермеры полностью на нашей стороне. А друг... Что такое? Повстанцы, чокнутые. Я не закончил. А другие фермеры нет? Кто как. Некоторые нет. Думаешь, мы сможем их переманить? Без их поддержки нам не освободить Элеста. Может, они присоединятся, если услышат, что нам помогает Либертат. Вы тут у всех на слуху, Даня. Надеюсь, с ней все хорошо. Елена звонила. Тебя надо подбросить? Ну да, погнали. Залезай. Каликсто! Дани! Буду лететь осторожно и не слишком высоко! Высажу тебя как можно ближе! Где ты научился управлять вертолетом? Был пилотом на действительной службе пару лет назад! Но меня выперли! Назвал капитана Камамьерда! А меня выперли из пехоты! Сержант-инструктор получил в кадык, и ему почему-то не понравилось! А, учту! Я раньше тебя не видел! Ты давно вступил в Ла-Мораль? Постой! Мне сказали, что ты из Ла-Мораль. Я просто помогаю им. Я из Либертат. Что расскажешь о Ла-Мораль? Знаешь эту деревню? Называется Мальдито. Реально? Проклятая? Да! Какой-то испанец выбрал название в конце 15 века. Пару месяцев назад адмирал Бенитес решил объявить рыбалку вне закона. Народ возмутился, и Бенитес казнила половину деревни. И знаешь, что сделали люди Ла-Мораль? Нашли и убили всех солдатов, которые участвовали в казни. И я говорю не о засадах в джунглях. Нет, Ла-Мораль узнали, где живут эти мрази. И перерезали им глотки, пока те спали. Прям как ассасины. Молодцы ребята, умные, собранные. И нервы у них стальные. Похоже на то. Это перевал Шауп. Мы следим за конвоями, которые тут проходят, и докладываем Ла-Мораль. Похоже, они знают, что делают. Да, смышленые ребята. У Елены все организовано лучше, чем в армии. Ла-Мораль помогает нам. Когда адмирал Бенитес начала докапываться до наших семей, Ла-Мораль нам помогли. Они убили всех солдатов, которые появлялись на наших землях. Очень скоро они поняли намек. Ближе не подлечу. Эй, не надо. Gracias, mi amigo. Удачи со спасением пленников. Победу!
Елена, я на корабле. Освободил всех, кого смог. Держись. Высылаю лодки и людей. Грасиас. Что все за покажечка? Это адмирал Бенитес. Лжеиранцы. Террористас. Вы попались в мою ловушку. Прямо в эту минуту к вам направляются наши отборные войска. Советую сложить оружие и в последний раз взглянуть на народ, которому вы не нужны. Вы не станете изгоями, чтобы мирно служить Яре. Вы умрете. Здесь и сейчас.
Велена, готово. Твои люди в безопасности. Я знаю. Значит, мы с тобой в расчете? О, да. Еще что-нибудь от меня нужно? Я должна поговорить с Гилберто. Но я с тобой еще свяжусь. Мой номер у тебя есть. Грасиас. Да ничего, Дани. Но гляди в оба. Если раньше адмирал Бенитес тебя не замечала, то теперь точно заметит. Добро пожаловать в Элесте. Здесь случилось что-то плохое. Я встретился с Ламораль. Почему ты сразу не послала меня к ним? Ламораль? Раньше они были мелкой шайкой, готовой развалиться в любой момент. Но от них больше пользы, чем от легенд. Просто будь осторожен. Я не хочу, чтобы у Либертад была такая же плохая репутация, как у Ламораль. Буду держать ухо востро. Надо аккуратно.
грузовик. Прости, Глапа. Крокодилам нельзя. Грузовик, мерда!
огнемет. Надо смотреть в оба. Лови! Солдаты с Велесты получают приказы через радиостанцию на вершине горы неподалеку. Это место — настоящая крепость. Если забредешь туда, не попадись им на глаза, а то убьют, а труп скинут с горы. Благодарю. Ты умничка. Воу! Вперед! Пошла!
Привет, Клара. Я Валесте, вижу какую-то высоченную радиовышку. Кастильо использует ее для радиотрансляции и шпионажа. Проберись туда и скачай всю инфу, что сможешь. Узнаем, что удалось подслушать Кастильо. Сигналку вырубить бы. Вижу медика.
верно.